Ты будешь сейчас распаковывать? Нет. Принимать работу. Место правильное выбрали. Даже коврик постелили. Ай, вот дает. Ух ты. Садись. Я только что с душа жор. Садись, садись, быстренько убегай. Садись. И коврик мне постелили? Конечно. Я знал, что. О май гад. Она такая крепкая. Ой, это мне где. Ну да, 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 да. Сильно не раскачивайся. Правда классно? Уютно, да. Не, ну надо поближе, чтобы можно было покачаться. Да, да, да. И она такая довольно крепкая. Я думал, что все, давай. Детская мечта. Куца! Куца! Все, да. Коврик забрали мой. В кухне. Для улицы есть специальные коврики, знаете? Он улетит. Нет, есть специальные такие плотненные, прорезиненные, найти потрошенный порог. Добрый денечек, друзья. Прекрасное утро. Вышла подобрать очередную посылочку. Нам подкинули Amazon. Сейчас у нас будут выходные. Мы будем снимать наши новогодние украшения. Лампочки, елочку. Ждем гостей еще в эти субботы и воскресенье. Вот, этот диванчик хорошо вписался, чтобы здесь складывать очередные наши находки посылок. И остались последние денечки с нашими новогодними украшениями. Ну что, время уходит. Скоро весна. Будем радоваться солнышку, лету, цветочкам. Вчера Лёша с папой установили вот эту качельку. Очень удобная оказалась. Мне нравится. Вот такая классная, мощная. И придется теперь вот эту кормушечку. Ее нужно будет перевесить, потому что она тут как-то мешает. И качельку немножко дальше отодвинуть в сторону. Алёша тут прикололся. Говорит, куда девать? Я говорю, ну там возле птичек положи. Вот такая у нас тут змеюка. Как настоящая. Так. Лежи, сторожи. Вот так вот.
нам в гости ходит котик черный. Вот, видно, он бесхозный. Живет на улице, может быть. И сегодня я видела, он здесь гулял. Прям вот у нас на патио здесь. Папа на выходные дома наш. С гостями. Это общие друзья у нас с Толиком и со Светланой, которую вы видели. Вот Сергей приезжает к детям. Он тоже из Майами, а детки живут где-то здесь рядом, взрослые уже. И мы собираемся вместе с той семьей поехать посетить первый раз церковь, христианскую церковь, которая находится где-то здесь недалеко. Распаковали мы посылочку. Это специальные такие наклейки, наверное. Ой, они прям колючие. В общем, какие-то шершавые такие наклеечки, чтобы было не скользко ходить по лестницам. Так. Вот. Разные предназначения можно использовать и перед дверью, и на кухне, и, в общем, везде, где хотелось бы не упасть. Вот такие нужности небольшие. Они наклейкой основы. Вот здесь вот снимаются и наклеиваются. Вот, прямо шершавенькая-шершавенькая. Нужно обезопасить. Все-таки лестницы, они скользкие. И чтобы ходить смело и не подскользнуто, надо бы. Тут еще какая-то визиточка была. Какой-то подарок. Покупаете гифт-карт за $100. И участвуете в скидках, в акциях. Ну, как обычно, это очень... интересно. А это что же? Она раньше пришла. Надо вернуться. А что за камера? Не подходит что? Это на для мусора, для печанка. Для мусора. Угу. Мы купили отдельное колесо без подарка. Угу. Не пригодилось. Окей. Она прям как наждачка. Короче, я думал, она помельче. Вариантов не было. Ой, так она еще и прозрачная. Так я специально не прозрачная. Да? Супер, прям слилась. Да. Я уже в обуви, ты тоже? Ну да. Сейчас Леша она продемонстрирует. Вау! Мне нравится. Босиком не походишь. Босиком не походишь. Если ты не йога. Интересно, а если содрать, прям с краской сдерется? Нет, почему? Да? Не думаю, да. Это лучше, чем коврики стелить или... Конечно, карпет полностью, да. Лучше уже такие островки, я знаю, делали цветные, специальные какие-то есть, а тут прозрачная, не видно, только она очень колкая. Я думаю, со временем она немножко сотрется. Вот, Леш, босиком потопчись и скажешь. А ну, Леш. Как? Йога. Нормально, но я думал, эти, как коврики такие постелить, чтобы мягко было. Как? Мы забежали в магазин потерянных посылок. Уже обед. Сегодня самый выгодный день. Но надо было приезжать к 10 утра. И здесь были бы самые лучшие коробочки.
Ну, сейчас тоже много товара новых. Просто он сегодня по 6, потому что есть выбор. И все, что останется на следующий день, будет уже подешевле. Этот магазин находится прям напротив нашего дома. Поэтому мы сюда забежали целенаправленно посмотреть еще один камин. Он нам необходим. Достаточно прохладно сейчас. И чтобы не отапливать весь дом, в одной из спален нужен еще один камин. Коробочки интересные. Коробочки, а вон на картинках. Коробочки, в смысле органайзер для вещичек на полочке. Джорджия написано, смотри. Кофточка для тебя, Джорджик. Джорджия, ну это для ребенка. Переводится Грузия. Вот тут еще Джорджия. В общем, бренд грузинский. Американская Грузия. Джинсики. $7. $8 штука. Тут они разные всякие. А как померить? Ты же знаешь, как мерить. Не знаю. Знаешь? Значит, покупаешь и все. И что с ним делать? Это? И дома меряешь. Ну да. Мне нравится этот цвет приятный. По-моему. Они стретч? Да. Ну тогда что ж, в чем сомневаешься? Так. На, держи. Заберем. Сегодня все по 6. Вот пластиночка. Птичьи голоса. Нам ничего не нужно, но вот так покопаться. Что-то надувное, цветное, 6 штук. А, это с днем рождения девочки. Для котика. Скрыта это гирлянда электрическая. Тут куколка такая. Трусики, подгузнички. Штуки, термосок, какой-то гламурный руль с блестками, масочки уже не так актуальны. Что-то запечатано. Тут что-то уже пустая коробка.
это на американскую тематику что-то вышивать. У меня тоже есть таких несколько наборов. Надо иметь хорошее зрение, чтобы это делать. Ой, очень много товара. Что-то мягенькое. Книжечка-раскрашечка. Очень неплохая, кстати. Новенькая. Вот, тоже для рисования. Лепить. В общем, для детей здесь очень много товаров и очень интересно, кстати. Я думаю, что когда будут детки, мы обязательно здесь будем что-то хорошее покупать. Сделано в Китае. Уже все открыто. Вот что-то такое. Елочки, елочки. Ободочек интересный для девочки. Это лампочки, я думаю, тоже дороже, чем $6. Вот абсолютно не вскрытая коробочка. Тоже абсолютно не вскрытая коробочка. Возможно, там что-то очень интересное. Угу. Для фруктов. Новогодняя штука. Гирлянда. Ободочек для собачки. Вот. Он не просто ободочек, он как маечка идет. Очень удобно, кстати. Я только такие бы покупала. Но надо знать размер собачки и под нее уже покупать. Такая декоративная корзиночка. Это что-то такое. Ага. Для планшета. Это коробочки. Пакеточки. Очень много непонятных вещей мне. Женская формула. Что-то для теточек. О, такая мякалка. Непонятно тоже мне ничего. Надо читать, переводить. Это очень много времени может занять. Пазлы. Вот такой олень. В общем, можно стоять на одном месте и все это вот рассматривать долго и нудно. Там блестящие шарики, скорее всего, вот такого цвета. Для надувания гелием, я так догадываюсь. Подделки. На присосках мячики. В общем, для детей тут море, конечно.
коробка интересная. Знать бы, для чего это еще. Для телефончика. Какая-то паутинка ажурная. Супер-бупер. Я вам просто показываю для любопытных, потому что мне здесь ничего не надо. Вот. Наборы уже раздеребанили. Красивое что-то. Какой-то наборчик тоже. В общем, для детей, конечно, здесь есть выбор. Так. Это тоже для декораций. Ультра магнезиум. Магний. Ой, какая-то соль. Очень тяжелая. Ух, не могу поднять. Какой-то подарочек. А, просто коробочка подарочная. Салфеточки, наверное. Календарик. Да, если брать целенаправленно, то нужно именно приезжать в субботу с утра, потому что выбора очень много, но надо здесь копаться. И вот что-то вот тут прям не вскрытое, что-то для спорта. А, коврик, скорее всего, такой хорошенький. Вот он. Угу. Новая коробочка. Маски, маски. Ой, ой-ой. Для планшета. Что-то воздушное. Опять же, мякалка интересная. Это для мальчика. Вот тут вот, какой-то динозаврик и человек, снежный человек. Вот парень тоже тут разбирается. И... Вот, кстати, мы вот такое покупали. Уголочки ванна. Какой чистенький, пока что симпатичненький. Много игрушек, очень много игрушек. Ну-ка, огромное коробище. Там еще одна такая же. Трафаретики интересные. Трибры, лампы. Даже гирьки какие-то, если что, это непонятно. Немного и непонятно. Вон папа с Лешей возится. Коврик симпатичный, с шишечками. Мам,
какая высота занавесок нужна? 24, 26, по-моему. Ты же мерила. Мерила же. Вот то, что мы купили, короткое. Ты знаешь размер или нет? А? Нет. Скажи, не я бы сказала. Поехали, ребят. А что, нашел занавесочки? Ну вот. Не, ну мне такой цвет не нравится. Одеялка интересная. Да, идем. Нашли то, что искали, нет? А что мы искали? Камин. Нет, у меня здесь нет. А, все, продали, значит. Ну, видишь, холодно и раскупили. Он много очень коробок не распаковано. Вот еще один, это вентилятор такой, да? Да. А это? Что это интересно? А, это юбка под елку. Вот какие-то витамины нашла. Где-то тут была соль такая, большой, огромный пакет. Это что, Леша? Кошка. А это что? Для детей столько много. Что только тут нет. Так, бросила соль. А соль бы нам пригодилась на ванну. Беру это, приведу в порядок. Такой набор классный. Взяли его, вскрыли. Вот так, мы его обратно. Оп. Вот так, целенький. Вот, нашла, пойду покажу. Есть еще? Я одну нашла. Угу. Вот, а что это, для чего это, не знаю. Это для ванны, еще и лаванда, хорошая, да? Для ванны, да? Угу. $6. Хорошая. Да. Это недорого? Нет. Я не думаю. Там больше нет, да, такого? Не видел? Нет. Хорошая, да. Наверняка есть, но... Ой, какая интересная. Да, да, берем, да. Вот это хорошее, да. Это бензин, кстати. Подойдет бензин? Подойдет, да. В общем, кто любит барахло, вот сюда можно ходить. Опять мягкое что-то одеялка какой-то.
На Валентина хорошая ленточка с сердечками. Раскраска. Для мелкой моторики. Хорошая тоже. Одежда в горошек. Платьишко какое-то. А что это две штуки? Мышей ловить? Ну, наверное, да. Мышеловка? Нам не надо, у нас еще не завелись мыши. Ой, какая интересная. Смотрите, игрушки для 3+. Мне понравилось, Лёш. Тебе не надо? Мне игрушка. Ну, посмотри, какие хорошие. У меня же детей нет. О! Что, точно флаг? Лучше не показывать, а то начнется. Да ладно. Мы все показываем. Всех любим. Ой, какие хорошие вещи для детей. Что-то с бубончиками. Для детей маски. Что-то сверкающее. О, симпатичный рюкзачок. $6. Рюкзачок за $6. Потрогай. Симпатичный. Ну, не помешает. Как? Женский для меня, конечно. Картина мне тоже нравится. Мне бантик не нравится. А, бантик? Ну, для девочки, чё бы нет. Вроде не хватает. Тебе надо? Ну, пригодится. Он маленький, хорошенький. Там внутри есть... Кармашки есть. Да? Класс. Берем. О, американские блюда. Записывать тут что-то нужно. Типа дневничка, наверное, для рецептов. Что-то мы тут задержались. А, костюм зомби. Для девочки. Типа в крови все. Костюм для зомби. Тут ради прикола даже интересно. Покопаться.
какой-то горошек классный. Смотрите, букашки, наклейки. О, мне нравятся пчелки. Возьми их детскую куда-то сделаю. Люблю я милые штучки всякие. Кусалка для чихуахуа. Ой, какие они вредные, я их ненавижу. Собака с манией величия. Да. Ей палец покажешь, она сразу. Это тоже для собачек что-то, да, игрушки какие-то. А у кого сумка? На, кинь. Леша, а это что такое красивое? Почитай. Да. О. Картина с вырезкой из газет. Тут парик, наверное, или что? О, полочки, полочки. Сейчас покажем. Лёш, полочки нашла. Смотрите, не поверишь, это надо снять. И что это? Детские, детская картина. Да. Открой, что это? Как ты думаешь? Сигареты? Да. Китайские сигареты для детей, прикинь. И пахнут конфеты. Ну блин, ну это вообще. Смотри, полочки нашла красивые. Мне кажется, они нам подойдут. Мне нравится, да. Да, бери. О! Это смотри, это декоративная занавесочка. Пацаны там прикалываются. Знаешь где? Между кабинетом и кухней. Ну, цвет зелено-красный. Как? Наверное, не подойдет. Другой, есть черный. Да, цвет не очень. Да, деткам здесь раздолье. Покупать все, что хочешь. Скажи, красивые? Ну да, красивые. Не вижу там. Ну, мне не нравится. Не нравится. Пацанов сниму специально. Прикалываются. Как и мы тоже. Что малый, что старый. Кайфуют. Драйв. А, вот что тут. Такие красивые прищепочки на елочку. Снежинки. Слушайте, затягивает это дело. Все, пошли. Пошли? Мне вот это что-то понравилось. Леш, что это? О, детские. Комбидерчики детские. Набор расчесок. Коврик Merry Christmas. Это что-то, по-моему, для котика. Опять домик. Баночка классная. Прозрачная.
А что за дядька там такой? Вот. Вот такое качество нам надо, но только не черное. Да, вот такого качества. Все, ребята, идем. Тапочки. В общем, здесь рыться можно бесконечно. Все, пойдем. Золото, бриллианты. Для нас такой? А для чего? О, какой сет мыльных пузырей, смотри. Потому что для детей тут просто разбой. А, это палочки для мороженого, цветные. Вот что-то для подушки, смотри. Что это? Нам надо? Нет. Вообще ничего не надо было. Пустая уже. Это что-то интересное. Вот скатерть зеленая. Зеленая нам не надо. У нас есть одна. А что это для? Леша, нашел такую же, но у нас есть от Funny Fo более красивенько. Это калибри такие. Тоже симпатично. Шарики, шарики. Там что-то есть. Очки, мы смотрели, пойдем. Все, пошли, ребят. Вот, баба. Машина. Да? Бери. Магик какой-то, магическая штука. Ой, что это? Да, интересно? Затягивает. 10 часов надо приходить и брать самые огромные коробки. И будет вам счастье. В общем, мы наигрались, нарылись. Потом сделаю распаковку, что мы купили. Тюнинг интересный. Вот так разрисовали с баллончика. Мы поехали дальше.